Здравствуйте, в эфире рубрика «Люди говорят» и я ее ведущая Эльмира Иванова. Завтра, 23 февраля, мы будем поздравлять наших защитников Отечества. Узнаем у солнечногорцев, какой подарок они приготовили, чего они ждут и вообще, кто такой защитник Отечества. Защитники Отечества – это вообще кто? Ну, это мужики, которые отслужили армию, я как бы считаю. То если в армии не были, то значит... Значит, они не защитники. Ну, я считаю, что да. А если женщина военнослужащий? То, ну, она защитница. 23 февраля – День защитника Отечества. Это только мужчины или женщины тоже? Ну, конечно, женщины тоже. Надо же подарки приобрести, носки там закупиться. Это же целый фронт. Надо отстоять, пока в очередь отстоишь. В любом случае, тоже женский праздник. Так, хорошо. А военнослужащие женщины? Надо их поздравлять? Естественно, это безусловно. Это такие же защитники Родины, так же, как и мужчина. Все на одной вот стезе. Я считаю, что в первую очередь те, кто служил. Угу. Да, кто сидел у нас не служил, а дома. Я считаю, что это не их праздник. Это не просто мужской праздник, это праздник тех, кто прошел подготовку, скажем так. И кто такие защитники Отечества? Ну, как вам сказать? Это, во-первых, мужественные люди, которые исполняют свой прямой непосредственный долг по защите рубежей своей Родины. Это не пьющие, не курящие, адекватные, нормальные мужчины. Русские, интересные, красивые, здоровенные. Ну, во-первых, мужчины. Все? Ну, конечно. А как так? Как? Неважно же, служил мужчина, не служил, то есть как там в армии. Главное, мужчина, он защитник, опора нашей любимой державы. Кто вообще такие защитники Отечества? Ну, это те, кто защищают Родину, свою семью, детей, своих женщин любимых. Что вы ждете в подарок? Ну, носки с трусами, естественно, а как же иначе-то? Ну, честно говоря, даже не задумывался над этим вопросом. Ну, может быть, что-то хочется такого? Ну, да, там обычно дарят, ну, там, одеколон какой-то, или вот там, эльдер для бритья, или еще что-нибудь в этом плане. Подарок же это всегда хочется что-то необычного, необыкновенного. Должен быть сюрприз. А вот как насчет носков, пен для бритья? Ну, это все пройденный вариант. Зачем? Сколько можно уже? Складывать некуда. Вы какой дарили самый такой необычный подарок на 23 февраля? Может быть, помните? Угу. Шипованные колеса. Да вы что? У меня был дефицит. Это вы мужу своему подарили шипов? Перевязала ленточкой красной и подарила. Ох, я думаю, он был счастлив. Да, был очень-очень счастлив. Самое дорогое, наверное, свое внимание, то, что вот поддержка именно все-таки для военнослужащих и для тех, кто защищает Родину и так далее. Самое главное, чтобы фронт был, тыл прикрыт вот именно с тыла. То есть именно вот в плане подарка то, что вот верность и вот тепло, вот то домашнее, которое они создают, уют. Ну, что-то необычного, по-моему, не было. Вот какой вам дарили самый необычный подарок на 23 февраля? Не скажу. Он был прям такой необычный. Прям, ну, об этом не говорят. Ребенка, наверное, самый необычный подарок. Мужчин, всех хочу поздравить с 23 февраля, чтобы ваш тыл всегда был закрыт, чтобы женщины вас всегда поддерживали, чтобы все у вас в этой жизни было, ну, супер, very good, в общем. Все самое наилучшее. Дорогие мужики, я вас поздравляю с праздником. Желаю здоровья, счастья и любви. Я пожелаю им быть крепкими, сильными, быть настоящими мужчинами, которые защищают нас, слабых женщин. Что ж, поздравляю их. Желаю им, во-первых, крепкого здоровья, железных нервов в современной ситуации, всего самого хорошего, ну и отлично нести свою службу, исполнять свой воинский долг. Дорогие мужчины и женщины-военнослужащие, те, кто служил, кто не служил, защищайте нашу Родину от внешних врагов, берегите ее и нас тоже защищайте. Поздравляю всех с праздником, желаю, чтобы у всех было все хорошо, у их близких, всем здоровья, любви и во всем удачи. Дорогие мужчины, поздравляю всех с предстоящим праздником 23 февраля, желаю вам быть настоящими, сильными, любить свою страну, своих женщин, родителей, детей, ну а мы будем стараться поддерживать вас во всем.
Место под дорог от зорниц. Грозы седлают коней. Но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная пыль. Здесь под покровом праздником, дорогие защитники Отечества! Счастья вам, мира и добра! А мы с вами увидимся в следующую пятницу. Пока-пока!